Приветствую, друзья, сердечно. Жду Острецова Игоря Николаевича. Такой вопрос задам, просто потрясающий. И вы все тоже удивитесь этому вопросу. И я надеюсь, в ответе на вопрос, Игорь Николаевич так подаст вам свою идею, о которой он все время говорит, и которую многие не слышат. А я нашел изюминку. И вот вы увидите, что будет. Ну да, но он приедет завтра ко мне. И мы запишем видео. Да, и поэтому вы тоже пишите сейчас вопросы там под роликом, какие еще задать. Те вопросы, которые вы написали до этого, я их все собрал. Их тоже зададим. Итак, друзья, до встречи. А, да, забыл сказать. Цветок он, который я ему ромашку написал, он заберет завтра. И повесит у себя там. Когда он будет там давать кому-то одно из своих бесчисленных интервью, сидя на своем диване, там будет над ним висеть этот цветок, и вы его там увидите. Так что смотрите интервью разные с Игорем Николаевичем Острецовым, потому что он для меня... Это наше будущее, это наша энергетика, это свет, да, поэтому и ромашка. Да. Пишите комменты, друзья, подписывайтесь на канал мой Telegram, и на Телеграме есть платформа «Помочь себе». Да, YouTube вроде бы должен замедлиться, так все обещают там верхи. А чтобы верхи эти думали, как надо думать, а не только как им думается в силу своих интересов, а чтобы мы все нормальные люди жили здоровыми и счастливыми, чтобы было наше будущее, наша школа «Человек будущего» Homo Futurus как раз этим и занимается. Как в свое время мне однажды сказала Ирина Хакамада, я занимаюсь тем, чтобы рассказать, объяснить, чем занимается Боровой. Ну да, ну кому-то что-то надо объяснять. Да, друзья. И еще скажите, побриться мне уже, а то мне некоторые там пишут, друзья, дамы в основном некоторые, они говорят, ой, как вам щетинка подходит, а я-то просто не успеваю побриться, потому что все время помогаю бесплатно по минуте, в остром стрессе люди, которые мне звонят, одна минута бесплатно, сразу помогаю. Метод ключ помогает это сделать. Итак, до встречи, друзья.